Добрый вечер, друзья. Здравствуйте, девочки и мальчики. Добрый вечер, ребята. Ребята, сегодня у нас главный киномеханик Степаш Кино. Это я. Он обещал нам показать продолжение мультфильма про зайчонка Ушастика. Да, знаете, ребята, этот Ушастик, он такой маленький и такой смешной. Он только что родился, а уже такой самостоятельный. Все зайцы такие. Как только хотят научиться, так сразу же одни без взрослых по всему лесу прыгают и скачут. Совсем как Ушастик. Да, это точно. Зайцы так быстро растут, что уже через несколько дней они так бегают, что их не догонишь. Хе-хе, трусишки. А вам и неправда. А ты докажи. Докажи. Ну, Фили, действительно, зайцы совсем уж не такие трусливые, как их обычно описывают в сказках. Во-первых, если заяц лежит на месте, то он вскакивает и удирает только в крайнем случае, когда враг совсем близко, правда? Ну, а что же ему остается делать, тетя Таня? Ведь заяц не кусаться, не царапаться по-настоящему не умеет. Конечно. А во-вторых, даже в минуту опасности заяц никогда не теряет голову от страха. И всегда выбирает самый верный путь, чтобы уйти от своего врага. А тут он уж так хитрит. Ну, мы об этом вчера говорили. Кого хочешь, собьет со следа. Тетя Таня, вы помните книжку «Хитрющий зайчишка», которую я приносил? Помните? Ну, конечно, это же как раз про такого зайца. А что это за книжка? А ее сочинил писатель Николай Иванович Сладков. Сейчас, подождите. Вот она, вот тут у меня. Да. Да. Только вот нам она... ее читать-то вообще-то некогда. Ой, очень жалко. Ну, я вам сейчас расскажу. Главный герой этой истории... Хитрющий зайчишка, рваные ушки. А почему его так прозвали? Потому что однажды злой беркут схватил его за уши. Еле-еле зайчишка вырвался. О, да. Вон он какой, этот беркут. Угу. Большой и страшный. Вырвался зайчишка из когтей беркута и спрятался под камнями. Беркут его здесь не достал. И волк тоже подлезть под камни не смог. Вон какой волчище здесь нарисован. Потом зубастая рысь попробовала зайца достать. Но и она забраться под камни не сумела. На беду жили на этой горе лисицы. О, они зайцев ловить, это великие мастера. Только как не подкрадывался лис к зайчишке, а рваные ушки прыг-скок. И дома. Был у зайчишки другой выход из норки, а там лиска стала его караулить. Вот и сидят лис у входа, да. А лиска у выхода. Да. Ждут. Эй, а чё ж зайчишка? А у зайчишки рваные ушки, у него был третий выход между камнями посредине норы. Так и ушли лисы ни с чем. Вот до чего хитрющий зайчишка. Двух лис провел, еще цел остался. Да, ну а теперь вернемся к истории про зайчонка Ушастика. Ага, сначала Ушастик вместе с друзьями в прятки играл. А потом все ушли обедать. Ну, Ушастик заглянул сначала к лисенку, да. Потом к волчонку, да. А потом решил все-таки узнать, а что интересно на обед у медведя? Да, вот, а что у медведя на обед было? Нам обещал Степашка показать, да, продолжение. Да, у меня уже все, да? Готово. Вот. Так. Внимание, включаю. А у медвежонка на обед был мед. И меня пригласили обедать. И сказали, садись. И я сел. Медвежонок тоже сел. И тут я почему-то полетел. Оказывается, зайцы тоже летучие. Если, конечно, погода летная. Я упал.
была вода и лягушки. Они меня спросили, ты откуда летишь? Я сказал, я лечу с обеда. Они спросили, а куда ты летел? Я сказал, не знаю куда, потому что я не долетел, я упал. Они меня спросили, водоплавающий я или не водоплавающий? А я сказал, не знаю. Они сказали, давай проверим, прыгай к нам, мы тебя под водой подождем. И нырнули. Понюхал, и я испугался. И оказалось, что я водоплавающий на листике. И я поплыл. Там еще были водоплавающие утята. Немножко вместе поплавали, поплавали, поплавали и приплыли к берегу. А там стояла курица. Она была совсем не водоплавающая и поэтому ждала своих утят на берегу. Тот, который меня понюхал, он был совсем не страшный. Мы с ним познакомились. Он сказал, пойдем ко мне в гости. Я сказала, что? Он сказал, хочешь ко мне в гости? Хочешь? А я спросил, а ты где живешь? Он сказал. Сейчас найдем, где я живу. И он меня к себе в гости повел. Домой. Папа меня спросил, почему ты такой маленький так далеко гуляешь? Я сказал, я для аппетита гуляю, а потом мама меня домой позовет обедать. И он сказал, ты, наверное, уже очень хочешь обедать. И я сказал, да. И тогда он сказал, беги же скорее домой, потому что твоя мама, наверное, давным-давно тебя зовет. Ты, наверное, уже давным-давно аппетитно гулял. И я побежал. Нет, сначала сказал, до свидания, а потом... Побежал. Я бежал, бежал, бежал. И услышал, как мама меня зовет. И я прибежал как раз к обеду. И у меня оказался очень хороший аппетит. Потому что я его нагулял.
прощаться с ребятами. До свидания, девочки и мальчики. До новых встреч, друзья. Желаем вам всем спокойной ночи.